работаете с поддержанными устройствами? Тогда вы наверняка знаете, как непросто бывает организовать учет и хранение поддержанной техники. Ведь в отличие от новых устройств, у БУ смартфонов полно своих нюансов. У каждого устройства свой набор дефектов внешнего и функционального состояния. Как же организовать такую сложную работу? Первое, что приходит на ум – работа в электронных таблицах. Но со временем они раздуваются до невообразимых размеров. В электронных таблицах сложно учитывать продажи. В них нельзя разместить заказ у поставщика, а также нельзя в полной мере отслеживать статистику. Электронные таблицы неизбежно ведут к утере товара и проблемам в заказах, что ведет к потере денег. А на поддержание их актуальности уходит значительная часть времени, которое вы могли бы потратить на управление вашим бизнесом и сфокусироваться на клиентах и росте продаж. Мы знакомы с этими проблемами, и поэтому мы создали Ansys Inventory – систему складского учета для компаний, работающих в сфере БУ-устройств. Ansys Inventory поможет вам проверить состояние поступающих к вам устройств благодаря интеграции с Ansys Diagnostics. Более 60 автоматических тестов помогут вам выявить и зафиксировать более 100 явных и скрытых дефектов. Если дефектных устройств на складе оказалось неожиданно больше, это больше не проблема. Repair модуль поможет вам минимизировать потери и извлечь максимальную прибыль из того, что у вас уже есть. Устройство, готовое к продаже, можно будет реализовать в несколько кликов благодаря интеграции с Shopify, а система аналитики и таблица баланса поможет вести бизнес, не оставляя полки пустыми. Оставьте заявку на Ansys Inventory сейчас и получите полноценный доступ к любому тарифу на 2 недели. А наши специалисты техподдержки помогут вам перенести данные вашего склада в наше решение.